Людей добрых, улыбчивых, честных. Город красивых детей, в чувствах зачатых, чудесных. Город хороших людей, верных, уверенных, светлых. Город прекрасных идей, вальяжных, смешных и манерных. Город хороших людей, искренних и благодарных. Город отцов, матерей, в любви и делах солидарных. Город хороших людей, он нас любых принимает. Город друзей и гостей, о каждом секреты все знают. Город хороших людей, дарящий улыбку и счастье. Город, где станешь живей, талант проявив в лучшую часть. Ну, такой вот, да, про наших всех, про нас всех. Ну и у меня есть одно стихотворение, которое я написал про себя, потому что меня часто спрашивают, а какой к Одессе ты имеешь, ну, какую-то часть отношения. Вот оно написалось: «Я одесских кровей». «Я одесских кровей и историй, был зачат на Слободском холме, пробуждался под звуки о море, так и да, в черноморской среде. Я Одессу люблю, безусловно, где бы ни был, в каком бы краю. Конечно же, с юмором, скромно, я живу свою жизнь и творю. Возвращаюсь в мой город любимый, я дышу с ним всегда в унисон. Мы задорно вдвоем и игриво смотрим вдаль, по сети в лонжерон. По булыжке хожу я с улыбкой, по бульварам шагаю взахлеб. Там, где шутка становится гибкой, где еврейский живет легкий стёб». Вот раз шел разговор по поводу, кто такой одессит. Есть такая песня, которая отвечает на этот вопрос. Все люди в Одессе знакомятся сразу, все любят, смеются и петь, но самое модное в городе фраза: «Чего же я с этого буду иметь?» Но самая модная в городе фраза: «А что же я с этого буду иметь?» Мамашка на свет одессит рожает, а он не успел еще совета глядеть. И как горячий проблему решает: «А что же я с этого буду иметь?» И как горячий проблему решает: «А что же я с этого буду иметь?» Что тебе стоит, возьми и ответь. А он посмотрел, не спросил меня так же: «А что же я с этого буду иметь?» А он посмотрел и спросил меня так же: «А что же я с этого буду иметь?» Таков одессит, измените не пробуй, и если придется ему умереть, он скажет момент опускания гроба: «А что же я с этого буду иметь?» Момент опускания гроба: «А что же я с этого буду иметь?» Ну, а мы сегодня говорили взгляд на то, что такое одессит. Такое стихотворение родилось в день города Черноморска, Ильичевского. Для каждого по-своему, кто-то понимает, кто нет. Но я понимаю, что писать Ильичевский без Одессы — это не идет. И написал стихотворение, по сути, о маме и сыне. У самого Черного моря есть город и есть городок.
как мама и сын мило спорят, чей борт лучше, чей лучше дом. Когда-то у мамы и отец родился чудной мальчуган. У Черного моря принцессы на жизнь его был четкий план. Меняя во времени образ, сын имя свое изменил. Окреп его статус и голос, но маму свою не забыл. Растет он красивый и статный, уверенно смотрит вперед и помнит, что род его знатный. Совсем по соседству живет. У самого Черного моря два города рядом стоят. Встречают рассветы, не споря, гостей своим шармом манят. Судьба их связала навеки, они, улыбаясь, живут, как близкие два человека, похожие песни поют. Ну, еще таких два стихотворения, наверное. Город высокого неба и город хороших людей. Ты город высокого неба, Одесса. Тебя знают все по душевной улыбке. Ты девушка, леди, красотка, принцесса. В любви признаются при первой попытке. Ты город высокого неба, Одесса. Талантов в гармонии бриза рождаешь. Ты муза и ангел. Любви поэтесса. Всех, кто тебя знает, на жизнь вдохновляешь. Ты город высокого неба, Одесса, своей харизмой известна по миру. Тебя уважают мудрец и повеса, близка ты по духу любому кумиру. Ты город высокого неба, Одесса, в тебе уживаются смех и приметы, ты всем даешь свет своему интереса, историю пишешь счастливой планеты. Страшным скрипом башмаки, что я
Сергей.